А какими способами все мы будем притворять в жизнь? Первое, через многоуровневый краудинвестинг, первые 8 этапов. Ну, 8-6, наверное, 6-8 этапов, вот так. Это два важных рынка, которые получают в руки люди. Первое, это рынок краудинвестинга, то есть это инвестиционный рынок, дорогие друзья. А чтобы вы понимали, все, кто находится на инвестиционном рынке, они имеют возможность быстрее становиться финансово богатыми людьми, финансово, ну, то есть миллионерами, чем люди, которые работают на каких-то других рынках. Если говорить вот в рынке многоуровневого бизнеса, многоуровневого маркетинга, да, и мы используем, почему многоуровневый маркетинг, потому что это самый быстрый способ донесения информации до потребителя. Но если многоуровневый маркетинг традиционный, в основном с продуктовым бизнесом, в основном за 70 лет, создал объем максимум, там, 1 триллион долларов, это максимум, и все дистрибьюторы сетевые, которые находились в этой системе, заработали примерно, ну, максимум, может быть, 500 миллиардов долларов, максимум, да, то есть 1 триллион сделали за 70 лет, а заработали 500 миллиардов, то благодаря краудинвестингу, благодаря направлению, с которым мы работаем, именно благодаря криптоюниту, огромное, и вот сам момент, что огромное количество людей в системе многоуровневого бизнеса, сетевого бизнеса стали миллионерами и зарабатывают чеки миллионы долларов, 100 тысяч долларов в месяц. Огромное количество людей, зарабатывающие 10 тысяч долларов в месяц. И десятка, двадцатка людей вот в мире, которые зарабатывают 1-3 миллиона долларов в месяц. Благодаря многоуровневому краудинвестингу наши лидеры, топ-лидеры и те, кого мы создадим, а мы хотим стать, знаете, вот создателями таких людей, которые могут потом работать, может быть, в других направлениях, в других компаниях, потому что когда-то была, существовала одна компания Amway, потом появилось огромное количество компаний, сегодня огромное количество сетевых компаний. Так вполне вероятно, через там 10 лет будет огромное количество компаний многоуровневого маркетинга, многоуровневого краудинвестинга. Но лидеры смогут у нас научиться чему-то и потом работать в других направлениях с этим направлением. Но в этих направлениях мы ставим себе цели, я уверен, что это так будет. Наши топ-лидеры направления многоуровневого краудинвестинга, которых мы создаем, то есть мы хотим создать фабрику такую лидеров многоуровневого краудинвестинга, будут зарабатывать минимум это сотни миллионов в месяц. Минимум. Ну, потому что это совсем бизнесы другие. А и вот если говорить о совмещении многоуровневого бизнеса и инвестиционный бизнес, да, это два сильнейших бизнеса, самых сильных и самых скоростных. И вот я приведу на простом примере, если человек работает в многоуровневом бизнесе с продуктовым бизнесом, ну, к примеру, там, БАДы, косметика, там, здоровье, красота, да, это хорошо, но сегодня это перенасыщение такое сильнейшее. Скажем, рынок здоровья в ОМС закончился в 2010 году, вообще-то. Так вот, какие выгоды, если человек работает просто в информационном бизнесе, ну, может быть, есть многие компании, образовательные компании, да, они просто образовательные, все. А у нас ты образовываешься и получаешь еще бонусом токены, криптоюнита и возможность быть дольщиком Skyway. Да? Ну, очень сильное направление. При этом, так как активы растут, то значит сегодня, получив там, грубо говоря, бонусы токенами или бонусы возможности купить там дополнительно доли Skyway, ты увеличишь свой портфель, который потом будет расти. И таким образом ты получаешь и деньги сейчас, и деньги будущего, которые будут расти. Дорогие друзья, в продуктовом бизнесе это просто не. Второе направление, которое, с какими способами мы возьмем, это через СТО, то есть Security Token Offering. Третье, через финансово-банковскую систему. Я уже говорил, что мы хотим войти в финансово-банковскую систему. Естественно, когда мы войдем, и у нас будет своя финансовая группа, а мы ставим себе такую цель, сделать огромную, глобальную, такую мировую финансовую группу, то, соответственно, мы сможем использовать в своих же филиалах, в своих направлениях, работать в этом направлении и стать, ну, можно так сказать, банковской системой нового типа. Теперь будут выпущены 80 миллиардов токенов криптоюнита. Что это такое, как они разделятся? 30 миллиардов токенов криптоюнита будет отписано в первой части. Планируемая стоимость за один криптоюнит – 1 юнит. Сумма инвестиций мы планируем собрать 1 миллиард юнитов. Второе, 20 миллиардов токенов криптоюнитов, это продано во второй части при СТО. Стоимость за один криптоюнит будет 1-10 юнитов в среднем, да? Сумма инвестиций от 10 до 100 миллиардов долларов. Мы планируем собрать такие деньги инвестиций. И 20 миллиардов токенов крипто будет продано в третьей части. Стоимость одного криптоюнита от 100 до 1250 юнитов, ну, 1 юнит, 1 доллар сегодня мы сравним, да? Это сумма инвестиций от 1 до 10 триллионов
долларов, которые мы намерены создать такие потоки и получить инвестирование в таких направлениях. Почему же 100 миллиардов будет стоить? Ну, потому что мы сможем превратить 10 триллионов в 100 миллиардов. Это всего лишь 10 раз. За 6 или 10 лет мы способны это сделать. Потому что если мы смогли сделать из 26 тысяч долларов в 2014 году, инвестировавшиеся в СВИК, 11,5 миллионов, и кто был летом, мы заявляли, что 10 миллионов тогда стоимость портфеля, а сейчас 1,5, то есть мы фактически выросли на 11%, да, Игорь, за полгода. Ну, то есть понимаете, да, значит, мы знаем, как расти и какие направления нам дадут какой рост. И кто будет на мастер-профи, я вам покажу, и благодаря технологии Skyway, в которую мы будем по-любому вкладываться, в любом случае будем вкладываться, потому что будут задавали вопросы, а вот Анатолий Дарович перестанет с вами работать и так далее. Вот если он перестанет с вами работать, что вы будете делать дальше? Ну, в любом случае будут какие-то возможности для, скажем, создания финансирования, адрес проекта, в любом случае. Ну, не будет Хавратов Андрей вкладывать, значит, будет какая-то одна из наших компаний вкладывать, и все, какие проблемы. Поэтому в любом случае мы намерены работать долгосрочно, тем более наш контракт, он позволяет работать долгосрочно на обоюдных условиях договоренности. А с Анатолием Эдуардовичем всегда можно договориться и найти точки соприкосновения. И 10 миллиардов токенов мы планируем оставить для обеспечения ликвидности. То есть фактически 70 миллиардов, может быть 71 миллиард будут проданы и отписаны, а 10-9 миллиардов, 9 или 10 миллиардов мы планируем оставить для обеспечения ликвидности.